получается. Ну и продуй поршня этому утюгу. Давай, Ромик, гони. Есть еще такая фотография, это Рома тоже гнал машину на Магадан, но, как видите, он ее не догнал, он ее утопил. Ну, ее, правда, достали, Ромик, как видите, тоже жив-здоров, выплыл самостоятельно, только штанишки, трусишки обмочил. Половину табуна у нас уже разбежалась. Они рассказывают абсолютно реальные истории, показывают настоящие фотографии своей семьи, своих коллег и рассказывают о том, как они едут из Магадана в Москву. То есть, в общем, мы весь путь из Магадана в Москву как бы показываем в нашем спектакле. Я деньги не люблю. Я хочу, куплю. 2 месяца почти уже на мойке работаю. Круглосуточно работаю, круглосуточно здесь живу. Пою рэп народ. Мадор Мюкшу Бугин Дапор Йогу Манаштетный. Я обычный человек. Постараюсь, как смогу, как буду. Спасибо, дорогой. Тебе всех благ. Он считает их, ну, водителей в смысле, теми столпами, на котором стоит современное общество, и, в общем-то, современный город большой не может функционировать без тех людей, которые привозят товары из разных стран и городов, чтобы мы могли есть, пить, покупать хорошие предметы одежды и быта. Ну, смотри, какие трубы мрачные, что-то Чернобыль до аварии напоминает. Нет, это не Чернобыль, это Красноярск. Все, что касается подготовки маршрута, это было довольно трудно, потому что Москва один из самых сложных городов для передвижения на автомобиле. У нас очень много пробок. И мы катались в течение многих месяцев по Москве, искали идеальный маршрут, потому что он должен был быть определенного времени, определенного как бы метража, должно было быть определенное количество километров. Стоянка грязная, какая-то пыльная. Чем мы сюда заехали? Немножко отдохнуть. Допустим, вот Volvo Америка, капотник стоит, да? Неизвестно, сколько она еще, наверное, скорее всего, где-нибудь в Канаде ездила. Вот пробеги у них вообще там космические, под 3 миллиона. Еще и по России будет ездить, пока целиком не сгниет. Ну, если честно, для меня это уже дальнобой, это вся моя жизнь. Я с 85-го года дальнобойщик. То есть это уже, как вот старые дальнобойщики говорят, это уже не работа, это диагноз. То есть я пытался бросить, но у меня хватило где-то, ну, около года. И я опять пошел на фуру. Как бы, мне нужна дорога, поехал и поехал. Кого-то даже тошнит. Мы, естественно, к ним подбежали, начали выяснять, в чем дело. Ну, самое сложное, это вот научиться правильно. Здесь же надо было говорить вовремя, чтобы это все совпадало с какими-то фильмами, с какими-то сценами. И вот это все подсчитывать, это даже до доли минут, секунд, там, скажем так, это все надо запоминать. Все-таки же 1,5 часа, и это все как-то вот так по полочкам разложить. Над дорогой встает заря, синим ветром
волны моря. Ты не печалься, ты не прощайся, ведь жизнь придумана не зря. Мне очень понравилось. Понравилось тем, что я как будто мне удалось прочувствовать вот эту вот такую какую-то грусть и печаль, которую, конечно же, испытывают водители-дальнобойщики. И вот это такая большая часть жизни, о которой мы ничего не знаем.